27 июня в Сочи участники программы «Твой шанс» провели третью выставочную игру. Самый результативный матч программы вновь завершился со счетом 6-5 в пользу команды «Б», которой руководил тренер Владимир Громилин. Несмотря на то, что белые открыли счет на 30-й секунде первого периода, уже к середине второй 20-минутки соперники ответили четырьмя заброшенными шайбами. Команде А удалось сравнять счет, но перевести игру в дополнительное время не получилось. Команда Б поставила победную точку 6-й заброшенной шайбой. Мне вообще понравилось, что ребята, во-первых, они сплотились в один единый коллектив у нас. То есть получилось так, что сначала, так будем говорить, они друг другу притирались. Мы к ним, они к нам, между собой. Ну и в конце концов я скажу, что в конце прям такой единый коллектив, прям у нас такая дружная команда. Поэтому и порядок, и дисциплина, и все. И, то есть видно, и желание у ребят большущее. То есть проект удался. Для них это вообще большое дело. Общее впечатление, конечно, это серьезная программа. И мы, как центр «Сириус», очень рады, что смогли дать шанс своим выпускникам и ребятам, которые и не были у нас в центре, шанс продолжить дальнейшую профессиональную карьеру. Поработали хорошо. Для ребят здесь были созданы отличные условия. Вот. Они с солистами поработали. То есть все так, знаете, на уровне было, если честно. Мне даже сам не очень понравилось. И ребятам тоже. Третий матч на ледовой арене «Шайба» завершил образовательную программу «Твой шанс», организованную молодежной хоккейной лигой и образовательным центром «Сириус». Ее итоги будут подведены чуть позже, но уже сейчас известно, что 8 участников программы вступили в переговоры с командами МХЛ, а 15 молодых игроков заинтересовали представителей студенческой лиги.